Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, друзья, с вами Кробаш74, и сегодня мы смотрим на очередную доработку от Фурката. Это у нас 44-108, это финальная версия, потому что, ну, уже реально к нему больше нечего прикручивать, то есть пока мы на этом закончим. Итак, давайте посмотрим, что на него, собственно, ставится. Я, если немного фейлиться буду, вы не обращайте внимания, потому что я только проснулся. Сразу решил сделать ролик, думаю, как там. Будут люди без роликов. Итак, я тут колеса уже пошукал. Это у нас идет вот стандартная резина на нем. Есть вид из кабины. Он никуда не делся. Ну, стекла грязные, караул. Вот. По внешнему виду изменен цвет кабины, цвет бампера. В общем, изменили на черный. Ну, я пацанам говорил, что, блин, конкретно не нравился мне тот цвет, который был, то есть синим цветом. Мы из-за этого переделали его под черный цвет. Вот. Что еще? Вроде бы пока все. Не помню, вот эти галогенки сверху, они стояли или нет, но если они не стояли, то вот есть галогеночки, которые прекрасно работают. Итак, поехали. Что на него ставится? На него ставится рама. То есть удлинение рамы. Прицепляется у нас прицеп. Ставится борт. Итак, заезжаем, проверяем. Звук у него стандартный свой, камазовский. Будка, кирпичи, ящики грузов. Очень много, ребят. Все они работают в мультиплеере. Все проверено, все сделано. Все прекрасно работает. Кирпичи. Лот кирпичи, это у нас загружаются и туда, и сюда кирпичи. И теперь у нас получается, что... Что получается? Четыре очка, да. Совершенно верно, 4 очка. Итак, отъезжаем назад. Просто один человек у нас в группе писал, я ни в коем случае никому не придираюсь. Он писал, что не работает. То есть попробую ставить с теми аддонами, которые там стояли. Он сказал, что там не работает. Если не работает, попробую поставить, чтобы симметрия соблюдалась. То есть сама машина ровно стоит и сам прицеп ровно. И тогда не будет никаких проблем. Конечно, если ты завернешь, прицеп будет стоять вот так. Под буквой, допустим, Г, да, а КамАЗ вот так вот, то, естественно, у тебя загрузка не получится. То есть сами вот эти скрипты, они неправильно срабатывают, загрузки. Итак, что далее у нас? Есть у нас абсолютно все... Нет, раму-то вернем. Есть у нас... Нет, прицеп уже видели. Блять, это даже нормально не досказать. Есть у нас все дефолтные аддоны. Давайте уберем, чтобы рама нам глаза не мозолила. Бортовая платформа, платформа лесовоза. Все это ставится, все это работает. Но это как минимум не смотрится. Не знаю, мне кажется, что не смотрится, потому что рама очень длинная. Но это есть. Мы так, мигалочки у нас стоят. Так, маячки снимем пока. Зловещий свет... Нет, зловещий свет где-то вообще глубоко в кабине стоит. Так, далее, тележка-фургон, сервисная телега. Ну, все как обычно, как бы. Ну да, это у нас стоит на расстоянии, потому что к раме крепится. Так, давайте я сниму сейчас бортовую платформу, потому что она мне нахер не нужна, и эту сервисную телегу. Что-то как-то я не вижу. А все что ли с аддонами-то? А, ну да, нам надо поставить. Нам надо поставить. Сцепка. Платформа. Что дает? Дает ремонт 200 очков и дает солярку, но это надо заехать. Давайте заедем сразу, посмотрим, что дает. Почему трактор белый? Как это белого цвета? Заправились. 400 литров можно залить, ребят, дополнительно. Это не может не радовать.
Поехали. Вот. Вчера мы все это прекрасно проверили с фуркатом. Все это, ребят, работает. Да, можно прицепить вот так. Текстуру фуркат нанес, сам мне сказал, вот эту текстуру на бортах. Он ее сделал, насколько я понял. Почему-то здесь номер стоит. Он ее сделал. Сосед у него ездит на подобного рода КамАЗе. Он вышел, сфотографировал, как я понял, сам прицеп. Полуприцеп, точнее. Вот. Сори. СМС-ка. Утро. Начинается. Так, удаляем сцепку. Я не пойму, а... Так, остальное-то... Что нужно-то? Сцепка нужна. Ставим сцепку. А, ну да, вот. Цистерна цепляется к нему. Да. Ну, в принципе, я думаю, остальное вы сами все разберете. Не буду сильно в подробности вдаваться. Давайте поглядим мы на колесики. Колеса у нас идут стандартные ураловские, расширенные. Вот это ураловская резина, только расширенные они. Это его свои. Ураловская расширенная, какие-то Lamborghini. Но он сейчас называет их своими названиями, фуркат. Из-за этого тут, то есть тут трудно очень разобраться. Это у нас... Это идет с Петербилда колеса. По-моему, вообще шикарно смотрится. Так, далее. Форд. Сегодня, ребят, я на нем никуда не поеду. То есть моделька и так хорошо работает. Давайте я лучше ее заскриню. И я думаю, что все остальное вы и сами сможете сделать. Вот. Еще я вас хотел попросить, ребят, у меня есть к вам небольшая просьба. Ну, то есть Фуркат там постоянно теперь делает бесплатные такие моды. У него сейчас возникла небольшая проблема по поводу оплаты интернета. То есть, если кто-то может скинуться, ребят, присылайте деньги ко мне на Киви, я все деньги ему передам. То есть, он в курсе. Если кто не знает, можете зайти в рейд-колл, он там. То есть, у него поинтересоваться. Вот он ко мне с такой просьбой обратился. Я сейчас просто на мели, зарплату я еще не получал. Только будет 18 числа, я еще не получал зарплату. Так что вот, давайте скинемся. Я думаю, что никого не затруднит полтинник. То есть, ни у кого поперек горла он не встанет. Сбросимся человеку на интернет, то есть, чтобы он дальше нас продолжал радовать этими дополнениями и, собственно, уже и модами, по большому счету. Вот. А с вами был Карабаш74. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте ставить лайки, клацкайте, ребят, на рекламу. Это тоже помогает в развитии канала. Всем удачи, ребят, всем пока.